Новые визовые ограничения готовит администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Речь идет о сокращении виз по программам культурного и трудового обмена, в том числе для работы летом по программе ОП. Это работа в семьях с параллельным изучением языка. Пока неизвестно, отменят ли их вообще или же усложнят процедуру получения. Такое нововведение может затронуть не менее 100 000 человек.